Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя легенды. Ребята, у нас черепашечки наши любимые, испытание видения, и играем за команды, которые вы нам пишете в комментариях. Да, дорогие друзья, ну что же мы делаем, что, какой что, состав? Командочка, составщик Сплинтер, Сплинтер наш любимый, дорогой. Любимый дорогой Сплинтер, сейчас мы его найдем. Да. Майки видения. Майки из видения, мы его тоже берем, да. Шредик написали. Шредик. Шредик, Эдик. Шредика Эдик взяли, да. Рокстеди. Наверное, обычный, да? Обычный, да. Сейчас, секундочку, где-то он, да. И Тимати Мутант. А, это мутагеноид, наверное. Вот так, да? Вот заувалированно у нас подписчик сказал нам, кого взять. Спасибо и мы поняли, спасибо за команду, ребята. Пишите свои составы в комментариях, мы за них поиграем, конечно же. Да, и, ребятки, а если хотите таких же мощных, сильных персонажей, как у нас, пишите нашему подписчику, ссылочка в описании, уточняйте у него условия, он вам обязательно поможет. И не забывайте, что благодаря нашему подписчику мы проводим конкурс, он еще идет, вы сейчас можете перейти по ссылочке в описании к этому видео, ну, вернее, досмотрите сначала этот видосик, лайк поставьте, там, подпишитесь, а потом переходите по ссылке, участвуйте в конкурсе. Всего лишь нужно будет оставить комментарий под видео и набрать как можно больше лайков под ним. Да, и ребятки, все. И все. И просто мы выберем победителя. Ваш комментарий был самый топовый, самый популярный, и тогда вы выиграете. А если не хотите писать комментарий, тогда лайкните чей-нибудь другой. Да. И кто-нибудь выиграет вместо вас. Да, сделайте добро, кто-то выиграет. Помогите нам определить победителя, потому что вы решаете это. Да, ребятки, все дела. Так, ну что же, давай атаковать Шреддер, Белконоида мы только одного можем. Да, белочки у нас, ребятки, белочки. Спровоцировала одна белка у нас. Слушай, а что у нас здесь по классовым преимуществам? Да ничего, мы здесь просто кайфуем, так сказать. Да, кайфуем. По сравнению конечно с классовыми испытаниями. Классовые испытания тяжелые, ребята. Там на раз-два надо в оба следить. Так, 2900 и Рокстеди добивает. Осталась одна белка. Мы спокойно первыми атаками разносим всю первую волну. Отлично. Вот отлично. Даже Сплинтер контратакует. Шреддер молниеносно атакует. Ой, очень шикарно. Следующая волна у нас, ребятки, вторая. Кто у нас там будет, интересно? Ну-ка. Угу. Ух ты ж, Крис Брэдфорд у нас и Рокзарчик, еще и жирная такая крыса. Крыса огромная, такая, ну что же, прям большая. Крыса большая, человекообразная, атакует крысу обычную. Что из этого получилось, вы видите, просто заблокировала ей способность. И половину хелсов сейчас, смотри. Да, и Майки добил. Майки добил, молодец, Майки. Опа, Крис Брэдфорд. Ой, как хорошо, кстати, защиту и атаку себе не повысит, да, Крис? Да, и Рокзар, кстати говоря, это круто. А вот Рокзар вводит на луну, ну, и провоцирует. Всех провоцирует. Ожидаемо. Ты, смотри, атаку поднял еще. Ничего себе, а. У Сплинтера уже нет половины жизни. Это меня не радует на самом деле. Почему так происходит? Как он так быстро потерял их? Ну, потому что у него не очень много-то и хелсов. И у Шреддера, кстати говоря, у Шреддика у нашего не очень Шреддик. Много. Шреддик. Так, ох, Рокзар, смотри, что творит, а? Ничего себе! Это Рокзар был, да, действительно, это был Рокзар. Вот это да, с повышенной атакой. Смотри, сейчас Рокстеди добьют, а нет, защиту повышает. Нет, защиту повышает. Ну, а что ему еще остается делать-то? Один остался, дружбан наш. Ну, слушай, ну, как бы защита не самая лучшая. Так, нам хил нужен, срочно. Ну, сейчас Шреддер будет, и мы подлечимся. А то потеряем еще наших друзей и не пройдем третью волну, а это будет плохо. Так, Шреддер, атака и 371. Да как так? Слушай, он за своей защитой повышенный. Просто нас всех... Бум! Хорошо, хоть Сплинтер смог это сделать. Да, ребятки, ну что ж, переходим дальше в следующую волну. Это уже третья волна. Третья волна у нас здесь, смотри-ка, у нас Ксевер, Хан. Да ладно, Тигра. Массовую атаку сейчас сделаем и пол хп-шки. Острозуб и саблезуб, ребятки. Нам нужна еще одна массовая атака, нам конечно, Хана нужно выносить. Слушай, не зря мы не использовали. Ох, еще одна массовая. Ой, ребята, победа, Планфуд. Победа, вот и все. Три вот массовых так атаки, ребята, и все. Вот так проходит, нужно четко проходить испытания. Вот так четко мы прям прошли, ребят. Спасибо за вашу составчик, за вашу команду, очень круто было. Поиграли на ура. Пишите в комментариях ваши составчики, будем играть за них. А у нас следующий состав, Давай, давай, ну. Так, Шреддер, опять же у нас. Опять же Шреддер, да? Да. Секундочку, да. Рафидения. Рафидения. Кстати, многие написали, помнишь, мы спрашивали, какая ваша любимая способность массовая, и многие нас поддержали, что у Рафидения одна из самых крутых способностей. Да, торнадо, ребята, это круто. Да, поехали дальше. Лео ролевой. Лео ролевой,
Да. Микки Классика. Микки Классика, да. И Донни Оригинальный. Вот так, смотри. Оригинал Донни. Разношерстный у нас такой составчик получился прям. Да. В бой. И видение, и ролевой, и оригинальный, и классический. Представляешь, персонаж у нас? И еще, и все, еще и все разные. Вот такой вот составчик, очень оригинальный от нашего подписчика. Может быть, он проследовал какую-то здесь суть именно в атаках, а может быть, просто взял так. Я не знаю. Наугад. Давай лучше атаковать, а вернее, сейчас повысим нам атаку и скорость атаки. Давай. И Майки в танце. Майки, шикарная масса. Свою атаку будем использовать? Да нет? Зачем? Я думаю, мы пройдем опять третью волну. А, у нас повышенная волну. Атака, да-да-да. Третью точно. Волну просто на ура третью, пройдем. Да у нас здесь сколько массовых атак, мы... Фух. Да, кстати говоря, у нас практически... Тьма, у нас у всех. У каждого... У всех каждого... есть, не у каждого, у да, всех у всех есть. У всех есть массовые у атаки. У Рафа вообще их две. Ты представляешь, 6 массовых атак. 6. Обалдеть, обалдеть. Сейчас мы так что... вторую и третью волну, мне кажется, вот в два счета. Да, щелкнем прям, щелкнем их всех. Так. Роксади и клан Фута. Ну, поехали. Первая массовая атака, которую мы используем. Так, давай три используем. Если с трех не завалим, то тогда три оставим на следующий. Ну, ой, чё, здесь, ну, как бы, сюрикенчики даже жалко использовать. Давай жалко? По одному, да. Да пока атака повы... Там, ладно. Да, бам, все. Остался один Роксади, и в него влетает щит мощный. 3600. 3000. Атака у нас понижена, плохо. И Донни... Почему у нас понижена атака? Понизилась повышенная атака. Вот что я хотел сказать. Пропал баф. Баф пропал, да. Так, ну что ж, здесь, в принципе, у них хороший состав. Ксейр, Рокзар, Биба, Тигриный Коготь и Бакстер Стокман. Ладно, мы Бакстер Стокмана, я думаю, можно первого мочить, потому что давай, у него да. массовые атаки есть сильные. Да у нас сейчас тоже массовые пойдут, поэтому нам без разницы, кого мочить. И сюрикенчики! Пам-пам-пам-пам! Бам-бам-бам! И да ладно, так слабо? О-о-о. Слушай, обидно. Ух ты! 4000 выбил. Да, так, возврат урона 522 даже. Рокзар вводит на луну, теперь все его будут таковать. А мы даже торнадо запуляем. Запускаем просто. Вот это да, вот это выстрел. И еще одна массовая атака. Огненный меч, ребята. Торнадо и огненный меч, отличное сочетание. И еще одна массовая атака. И тоже огненная. Тоже огненная, пламя. Шикарно, ребят. Поджарили всех. Вот это составчик. Подписчику лайк и респект. Найдем, лайкнем, респектнем. Так, а у нас следующий состав, ребята. Следующий состав. Ну вот, я нашел. Майки Ролевой? Майки Ролевой. Где ты, Майки Ролевой? И Лео рядом с ним там будет. Надо захватить Ролевого тоже. А Лео Ролевой тоже? Да, Лео тоже Ролевой. Ну, отлично. Ой, не того взял. Сейчас, секундочку, да. Рокстеди, мульт. Рокстеди. Кстати, я заметил, что многие подписчики стали писать комментарии в столбик. Это очень удобно, ребята. Да, ребята, если вы пишете комментарий, команду, ваш составчик, пишите в столбик, будем приоритетнее выбирать. Да, так, ну что же, следующий. Бакстер Муха, Стокман Флай, Бакстер Муха, Стокман Флай. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, и Шреддер. Шреддик. И опять Шреддик. Шреддик. Что ж такое, а? Поехали, название, поехали. Кстати, бой, ребят. Шреддик. Шреддик с нами. Шлиндер, да? Как его называют? Помнишь, я его как-то не Шреддер, а как же его? Ну, что-то Шрендер или Шлиндер точно был. Шлиндер, Шрендер, да. Так, поехали. Массовую атаку сразу же, просто с первых волн мы используем. И потихоньку их добьем уже. Добиваем по одному. Хорошо, ребятки. И кто остался? Остался один и с меча его. Мне нравится вот эта вот атака мечом, она прям... Да, такая, мощная, знаешь, такая. Пам! Такой еще прям... Да, еще щелчок такой, прям звук такой металлический, прям хорошая. Так, здесь тигриный коготь и опять клан футовцы. Можно поджарить их, я думаю, поджарим. Конечно, массовая атака, ребята. Че ж нам, у нас, кстати говоря, опять массовых атак много. Предостаточно. Опять, кстати, тоже. Так, атака. Отличненько. И... Еще одного. Оба. Из клана Фуда такой. Так, ну давай, Шреддер. Шреддер добивает. И осталось только тигриного когтя. И второго. Да, клан Фудовца. Ну что ж. Клан Фудовца. Ну, ой, он сам откинулся. Он сам решил сдаться, потому что постепенный урон его добил. Хорошо, мы переходим на третью волну, потому что Майки добил все-таки, красавец. И здесь уже
Ой, Хантер, ребята, массовые атаки. Массовые атаки 100% нужны нам. Правда, Стокман Флай у нас атакует. Да, а и у него давайте нет массовой атаки. Забросим в него. Опа, колбочку. Заблокировали способности. И пошли. Клан Фуд в бой первый раз. Раз. Ну, Клан Фуд не так сильно бьет, конечно. Неплохо. Жалко, у нас нету массовой атаки у Роксади. Но у нас есть огненный меч. Огненный меч. Два. Ну-ка. Ой, хорошо. И Вантус. И Вантус. Трис. Ну, кто-то останется, да? Не, они все останутся. Все останутся. Они все остались. Что ж такое, а? Все массовые атаки спалили. Да как так? Еще мы не можем добить их. Еще и не можем добить. Ну что ж такое? Так, минус один, Рокзар. Теперь что будет делать? Воет на Луну, провоцирует всех на себя. Ну понятное дело, что атаку повышает. Опа! Оглушил. И защиту повышает. Опа! Вот это расклад. Вечерок будет интересный. Бам! Ух ты! Меткость, ребята. Кстати, да меткость-то у него здоровья практически не осталось. Так надо было подлечить только что. Да ничего страшного, я думаю, мы даже с таким составом здесь, в принципе, осталось совсем чуть-чуть добить. Осталось совсем чуть-чуть, 5 атак по Рокзару. Реально, 4. И нет, не смог. А вот теперь смог, ладно? Смотри, как меч улетел вверх, а? Красиво, сочненько был. Ну давай. Массовую атаку надо было же использовать. Ах ты ж, на тебе, вот так вот, понял? Получил. Атаку понизили. О, защиту понизили. Шреддерик. Бам, красавчик. Шреддик он, а не Рик. Шреддик. Эй, Шреддик, ты что? Так, давай. И осталось добить Криса Брэдфорда. Рокстеди натянет сейчас его. Не, смотри, не смог. Давай, лучник наш великий. Леголас, все, победа! Какой Леголас? Ребятки, вот такая вот веселая у нас серия сегодня получилась. Спасибо вам, что вы с нами. Ставьте обязательно лайки, участвуйте в конкурсе, переходите по ссылочке внизу, посмотрите видосик, напишите комментарий. Подпишитесь на наш канал, подпишитесь на наш второй канал Detolfiusplay и до новых встреч в новых видео. Да, ребятки, пока! Пока!